Bob's Game. Наш улитка Боб готовился к Новому году, как вдруг к нему пришло письмо. В письме было сказано, что его дедушку украли. Это был мистер Грин. О нет, наш Боб разозлился. Побежал спасать деда. Ему нужно наказать мистера Грина за его проделки. С ним в путь отправился его любимый друг Муравей. Давайте, ребята, поможем Бобу спасти деда. Так, а тут что нужно сделать? Отпустить шарик. Есть! У нас пока здорово получается, но только начало. А там что за старичок-улитка? Он нам помог, спасибо! О нет, осы! Фу, ребята, здесь надо быть крайне осторожными. Мы прошли его. Ура. А это что за жаба тут была? Как мы его скинули? Вот пролетела наша любовь на санках. Вы видели, ребята? Вы помните, как ее зовут? Если помните, пишите в комментариях. Спасибо, муравьишка. Так, главное не свалиться. Вы помните про ос, как они могут жалить? Прыжок. Привет, муравьишка! Спасибо за помощь! О, это что за крыса? Ты нам поможешь? Да, он нам помог, спасибо! Осы, осы, надо быть осторожным. А, вот мы и обошли ее. Еее! Так, тут этот жаб спит, нужно... Оп, я... Как мы его спрятали. Да, есть. Так, а тут что? Ага, нужно отпустить рейку. Да, точно. Осы, осы, много ос. Еее! Как у нас клево получается, ребята. Ребята, вам нравится, кстати, моя шапка-ушанка? Если нравится, то ставьте лайк. Паучок, ага, есть. Так, а тут осы нужны. Ого! Еще бы чуть-чуть, она бы нас задела. Фу, у нас получилось, ребята. Так, а здесь оса и вот этот крокодил. Чуть улитку не проглотил. Так, здесь жаб бегает. Жаб тоже новогодний, вы заметили? У нас сейчас зима как раз и зимняя серия. У нас получилось. Так, а вот еще старичок. Еее, он нам помог, спасибо. Так, а тут осы, нужно быть крайне осторожным. Да, еее. Так, а тут нужно найти выход. Да у нас здорово получается, ребята. Наш муравьишка, муравьишка. Эй, привет. Так, а тут нужно обмануть. Есть. Фу, а то бы он нас съел.
Так, тут мы тоже уже закрыли. Оп, ага. Тут бы главное нам не упасть и не попасться косе. Как вы думаете, ребята, это оса или пчела? Муравьишка! Заметили муравьишка тоже в шапке? Шапушки у него не замерзли. А вот и мистер Грин. Ну, держись, мистер Грин, сейчас тебе наподдаем. Вот, наш дедушка сидит, видите? На, мистер Грин. На, еще, мистер Грин. И последний, вот так вот мы его. О, его осы еще, ха-ха, покусали. Ура, улитка Боб рад. И теперь они дарят помощникам подарки. А вот и мистер Грин. А, ему тоже достался подарочек. Ребята, если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забудьте посмотреть предыдущие серии с улиткой Бобом. Всем пока!